5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Викусик, для которого понадобится, по-моему, один железный топор. Фишка тут не нужна, может даже железный топор не нужен. Не помню, там есть стенка, которую надо ломать этим топором или нету. Так, нам надо пробраться внутрь, заходить, надо вот отсюда. Вроде бы отсюда я заходил в прошлый раз. Тут обычная стенка. А, вот здесь тоже обычная стенка. Тут маленький ящик должен быть. Так, давай открывай. А нет, вот один железный топор нужен. Так, потом еще есть база, вот база, ящики. Блин. Ладно, минус диван. Нам надо куда-то вот сюда пройти. Так, здесь у нас станок. Плюс ящик один. Так, давайте глянем. Да ё-моё, почему ты ломаешь? О, сюда. Так, сюда можно пройти. Тут ящик есть. Давайте посмотрим, может тут. Мало, вероятно, но вдруг что-то лежит. Нет, ящика тут нету. Готово. Три волны я отбил. Давайте последний ящик вот откроем. И будем смотреть. Так, два слитка. Топ. Дальше. Три стака досок. Еще шесть. Но это уже получше. Так, плотницкий пустой. Ящик, бензин. Ого, два пистолета даже есть. А, воду заберу, лом заберу, аптечки заберу. Можно схавать. Это, кстати, полноценный рейд. То есть ко мне рейдеры не приходили, выполнил задание, пошел на рейд. Так, здесь камни, проволока, 5 боксита, кувалда. Такое себе. Окей, идем дальше. Плавильня, 7 слитков. Здесь еще 20 досок. Мясо. Остальное меня не интересует. И последний ящик, 9 изоленты. И усё. Ну, можно еще сломать пару стеночек. Вот, например, вот эту. И вот здесь посмотреть. По-моему, это буферка была. Ну, кстати, я ее сломаю, наверное, с той стороны. У меня топор один остался. А если она будет двойная, я его зря потрачу. Так, здесь вот сломать. Показать, может, у тебя реально ящик есть. Так, тут ничего нету. Хорошо. А здесь, здесь, здесь. Тут тоже ничего нету. Ну и пойдем посмотрим с этой стороны. Есть там что, нет ничего. Тут дверь даже. Ага, топор закончился. Окей, я понял. Оружие, оружие. Мне нужен топор. Так, забрал. И тут тоже ничего нету. Осталось пикап еще проверить. Может, там что завалялось интересного. Я сомневаюсь, я в этом очень сильно. Байка тут тоже, скорее всего, нету. Да, только мой стоит. Здесь пусто. Здесь еще и сушилка. Грядка. Грядки. А, ну и все. Ну, сушилку можно сломать. Может, там мясо будет. Стак, например. Нет, пусто. Здорово, громила. Так, ну вот такой вот рейд за один железный топор и 5 выполненных заданий. Смотрите сами. Но опять же, тут ничего такого сложного нету, да и ресурсы не такие уж затратные, то для этого надо. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.